С 11 по 16 апреля воспитанники Старогородковской школы в возрасте от 13 до 19 лет принимали участие в первенстве России по спортивной акробатике в городе Ярославле. Ребята выступили блестяще, сумев завоевать призовые места. Мужская группа и женская пара стали лидерами многоборья. Смешанная пара спортсменов на третьем месте в многоборье. Две женские пары выполнили норматив «Мастер спорта России».